Закон об ответственном обращении с животными предусматривает защиту животных от жестокого обращения, а также обеспечивает безопасность граждан при взаимодействии с ними. Закон регламентирует создание и работу приютов и предусматривает правила выгула, а также существует запрет на пропаганду жестокого обращения с братьями нашими меньшими. 13 июня президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит штрафы за выброшенных питомцев и укусы домашних животных. И действительно хочется сказать, что данные изменения, они были необходимы, так как до этого подобных мер, к сожалению, не было. А именно, что касаемо неправильного обращения с животными, которые осуществляют должностные лица, то есть для них теперь будут предусмотрены штрафы. Также жестокое обращение с животными в целях там, культурно-просветительской или же зрелищной, то есть, грубо говоря, что касается цирков, то есть это тоже теперь будет все предусматриваться, то есть если будет какое-то неподобающее отношение к животным, то все эти моменты законодатель будет регулировать. Граждане, которые выбросили своих питомцев на улицу или содержат их в непригодных условиях, ожидают штраф до 3000 рублей. В случае жестокого обращения с животными при отсутствии признаков уголовного преступления владельцам грозит административный штраф до 15000 рублей. Кроме того, если из-за вашего питомца пострадают люди или другие животные, то хозяина могут оштрафовать до 30000 рублей. Разумеется, данные изменения, я считаю, очень нужны, так как были ряд случаев, ряд инцидентов, когда действительно животных, которые профессионально выполняют свою работу, в кавычках, разумеется, то есть они очень к ним было жестокое обращение и неправильное отношение непосредственно. Так скажем, любые живые существа должны быть под охраной и должны защищаться. И поэтому я считаю, что подобные изменения, которые будут защищать животных, в частности, о том, чтобы о жестоком обращении с ними, разумеется, такие моменты должны регулироваться и соблюдаться. Кодекс об административных правонарушениях пополнится 3 новыми статьями, которые предусматривают ответственность за несоблюдение норм обращения с животными и неисполнение требований содержания питомцев, в том числе в цирках, зоопарках и приютах. А также при проведении культурно-развлекательных мероприятий устанавливается ответственность за жестокое обращение с животными и за причинение вреда здоровью граждан, которое возникло в результате нарушения требований при содержании и общении с питомцами. Рассмотрением дел в данной области доверена компетенция Росприроднадзора и Россельхознадзора, а также региональным органам исполнительной власти. Юлия Усманова, Елизавета Газизянова, Универньюз.